Вы же слышали такую фразу: если не Путин, то кто? Если не Путин, то да, слышал. Вот я говорю, если не Путин, то я. Возразите мне, почему я могу или не могу занять его место? Ну, я считаю, любой может, если он захочет, и вы тоже. То есть вы допускаете, что это место, оно может любым быть занято, а не только им по 17 лет? Да, согласен. Все зависит от его лидерских качеств. Если люди захотят видеть такого человека у власти, значит, все возможно. А почему вы можете быть на его месте? Ну, вот по каким причинам? Что у меня не хватает, а что у него есть? Я же такой же, как он. Авторитета не хватает. Среди кого? Среди людей. Вас никто не знает. А, то есть главное, чтобы знали, да? Ну, надо как-то заработать авторитет свой. Может быть, и можете. А почему могу? Я вас вообще лично не знаю. Ну, могу, да? Если вы считаете, что вы можете, то у вас должны быть какие-то причины. Если вы думаете, что вы лучше Путина... Дерзайте. Дерзайте. Нет, почему? Можете. То есть, по-вашему, у нас любой может занять его место? Конечно. Вострос другой. Это причина, так он мелкий, зачем он нам? Ну, смотря на какую должность вы претендуете у него. Ну, президент — это административная должность, то есть он не царь. Царя из него делают у нас дураки, вот, ватники. Так, а вопрос, что вы бы хотели на место него? То есть кроме роста, почему я не могу быть на его месте? Ну, я, к сожалению, не могу дать ответ на этот вопрос. Вы не заявили о себе? То есть единственное, что... Нет такой популярности, да? Никто не знает. Да, думаю, да. А кроме этого? То есть у нас каждый может быть президентом? Каждый может быть вместо Путина? Если у него какая-то здоровая концепция, то почему нет? Я слышал другую шутку, что надо пожить немножко для себя отдельно. Никого. Вот я говорю, если не Путин, то я. Возразите мне, почему я не могу быть на его месте? А я вас не знаю. То есть нужно, чтобы знали, да? Мне 35 лет, чтобы стать президентом. Мне есть 35. А вы Путина знаете? Вот вы меня не знаете, а его знаете? Конечно, знаю. С какой стороны? Какой он человек? Ничего плохого, ничего хорошего сказать не могу. Но вы все-таки его знаете, да? Ну, конечно. Я живу в этой стране, и он по телевизору везде показывает. Там от телевизора никуда не деться. Главное, чтобы по телевизору показывают. Ну, я не смотрю телевизор как бы особо-то. Но он мелькает везде, да. Ну, про него слышно, как бы. А про других не слышно. И вы спрашиваете, если не Путин, то кто? Ну, действительно, кто? Других никого не слышно. А вы можете? У меня нет возражений. То есть любой может его место занять? Может. Любой с микрофоном. Я вас не знаю, поэтому. Но вы его не знаете. Вот все говорят, не знаю. А вы его-то знаете? 17 лет наблюдаем. Но, вы честно, его видите. Честно говоря, ребят, я сторонник Путина, честно вам скажу. Если вы ждете критику, не скажу. Нет, почему критика в мой адрес? Почему я не могу быть как он? Ну, наверное, можете. То есть, все-таки могу. Да, вы на госслужбе доводилось работать, нет? Это не обязательно. Не обязательно. Ну, с одной стороны, согласен. Ну, я к тому, что все же... У меня тоже высшее образование, как у него. Вот у вас есть? Чего опыт? Административный опыт, в принципе. Административная работа у вас есть? Ну, допустим. Нет, ну, допустим. Вот. Есть. Есть, да? Ну, тогда вы сдвигайте свою кандидатуру. Что еще, вот, кроме административный опыт, вышка, 35 лет, еще чего нужно? Чего нужно? Ну, однозначно не могу вам ответить на этот вопрос. Ребят, ну, у нас страна непростая. То есть, вот так с кондачка, конечно, не получится. Но теоретически все-таки возможно, да, выдвинуться? Теоретически все возможно. Он, видите, Навальный, человек из ниоткуда выскакивает. Никогда не станет президентом? Думаю, что нет. Думаю, что нет. В ближайшие 7 лет точно. Вы не Владимир Путин. Да, а какие аргументы могут быть, почему вы можете? А чем я хуй? Он человек, и я человек. Ну, он не просто человек, он сильная личность, предводитель нашего. В чем это проявляется? Он когда-то им не был. Ну, он таким стал, в его политике. Но он же стал им до. Вам ничего не мешает попробовать. Ну, вот вы считаете, почему у нас я не могу быть президентом, а он может? Вот. Вы можете, ну, попробуйте. То есть вы считаете, все-таки могу? Ну, вы это пока никак не доказали, а он доказал. Сплошными провалами? Почему вы так считаете? Потому что за 17 лет стало хуже, чем когда он пришел в 99-м. А я так не считаю. Я считаю, что стало... Рубль у него обвалился, экономика в жопе. Мы не знаем, что было бы, если бы его не было. Может, было бы еще хуже. А может, трех войн не было? Кто знает? Попадая в полицию в качестве потерпевшего, что стоит ожидать?
Вот варианты ответа. Помощи и понимания, по морде ничего не стоит ожидать и похода в банк за кредитом. Наверное, ничего не стоит ожидать. Наверное, помощи и понимания. Помощи и понимания, наверное. Так считаете, да? Ну, я думаю, помощи можно ожидать. Помощи и понимания? Помощи и понимания, и, ну, зависит все от ситуации. Помощи и понимания. В качестве потерпевшего ничего не стоит ожидать. Я думаю, что, скорее всего, заявление о прекращении уголовного дела. Я думаю, по морде там проще. Нет, ничего не ожидать. Ну, все зависит от того, что этот человек сам ждет. Возможно, разные варианты. То есть помощь и понимание тоже возможно? Конечно. Поход в банк за кредитом? Вряд ли. Мороже могут там дать? Наверное, я не знаю. Все возможно. От кого ожидать-то? От полицейских. Ну, либо по морде, либо за кредитом. Помощи не ждать, да, там? Боюсь, что да. Банк за кредитом точно ожидать не стоит. Но смотря причина попадания, какая была, если вы сформулируете, я тогда конкретнее отвечу. Ну, за помощью, вот вам помощь нужна. Ну, честно, 50 на 50. Что 50? 50 по морде и 50 нет, ничего? Нет, по морде точно не дадут 50%, что помогут, но 50% скажут, предложат пойти погулять, поискать помощь в другом месте. Ничего не стоит ожидать. Я надеюсь, что помощи и понимания. У вас вот не было таких ситуаций? Вы не попадали туда? Нет, ну, бывали там, может быть, из-за каких-то там обычных бытовых драк там на улице, но ничего такого не происходило. Ну, вот вам оказывалась помощь и понимание? Да, оказывалось. К счастью, нет. Было пару раз. Было понимание, да? Помощь и понимание были. Если честно, я даже ни разу туда не попадал по такой причине. Бывало. То есть вы обращались в полицию и получали в ответ помощь и понимание? Да. А вы сами не попадали никогда? Нет. Да. Что было? Ну, ожидание каких-то принятия мер, а потом идем домой, утром рано. Ничего ты? Да? Ничего. Слава богу, нет. Нет. А нет, к счастью, не попадала.